У Дніпропетровську відбулася матчева зустріч двох професіональних клубів України зі змішаних одноборств, говорить президент ліги КФСІ Карен Далалаян. Это была матчевая встреча между профессиональной лигой по смешным единоборствам KFC, это наша лига Cars Fighting Championship, и Днепропетровская лига UFC. Это новая организация, новый клуб по смешным единоборствам в Днепропетровске. Я могу сказать, что на сегодняшний день самый профессиональный клуб, самая профессиональная лига, которая проводит каждую неделю такие бои. Профессиональные бои в клетке. Формат профессиональный, 2 раунда по 5 минут. Это была матчевая встреча. Формула 6 на 6. Мы выставляли 6 участников, и они выставляли против нас тоже 6 участников. Получилось так, что была ничья. То есть вы выиграли 3 поединка и 3 поединка хозяева? Да? Да, мы выиграли 3 поединка. Андрей Сергеев первый бой выиграл, второй бой Левон Амбарцумян выиграл, и четвертый бой Шевченко Евгений выиграл. Ну, мы могли бы и выиграть, но Днепропетровская команда тоже сильная, они тоже всегда отличались в смешанных единоборствах, они тоже очень сильные, так что мы на равном, скажем так, выполняли свою задачу. И это была вторая лига, то есть тут выступали дебютанты, но им всем дается профессиональный рекорд в рейтинговой таблице, международной рейтинговой таблице Шердек, и все результаты, то есть, заносятся на Шердек. Эта лига дает ребятам, эти встречи дают ребятам возможность себе проявлять уже в профессиональном спорте, а там другие правила, там совсем другие, тут другой расклад. Соревнования были подготовлены достаточно хорошо, соперник был очень тяжелый, но все равно пришлось выигрывать. Ну и сколько ты провел раундов, как складывался бой? Ну, провел 1 раунд, и во втором раунде на 50-й секунде выиграл болевым. Ну, тяжелый очень бой был. А, в принципе, готовился к этому сопернику? Да. Было тяжело очень, тяжело готовиться. Ну, спасибо всем, кто меня настраивал. Виктору Николаевичу Боеву, Ване Кощееву. Ну, и, конечно, спасибо Карену Андреевичу Далалаяну. Несколько слов о себе. Сколько занимаешься спортом, именно этим видом спорта? Ну, этим видом спорта я примерно занимаюсь 1,5 года. А какие уже успехи есть? Ну, чемпион Харьковской области по KFC. Меня хорошо подготовило 2 тренера, это Кирилл Килькунов и Сергей Сокол. Кирилл больше давал ударную технику, борьбу в стойке, а Сокол больше давал борьбу, ну, на самом партере. Противник, ну, не то чтобы сильно сложно было, ну, как бы он сильно был, но просто так получилось, сильно быстро начал налетать на меня, и этот бой сильно быстро закончился на 32 секунде, соответственно. То есть выиграл досрочно? Да. А какая категория была? До 70 килограмм. Твоя категория или выступаешь где-то в разных категориях? Ну, вообще моя категория. Тоже несколько слов о себе. Как выступал раньше, какие результаты уже имеешь? Ну, чемпион Украины по ММА. Раньше выступал в разных, там, в сафари выступал, на разных просто турнирах. Хочу отдельно поблагодарить Карл за то, что пригласил меня поучаствовать в этом турнире. Соперник был, по-моему, чемпион Украины по кику, чемпион Украины по ММА. И дальше не знаю. Ну и как сложился бой, поединок как? Поединок сложился быстро, так как, ну, поймал на болевой, ну, удушение. Готовил этот прием? Да не, просто получилось так. Я даже сам не ожидал, что так случится. Рассчитывал на такое продолжительное время боя, да? Ну, не, рассчитывал быстро, но не болевым. Я думал, досрочно нокаут там или добиванием. Несколько слов о себе, сколько занимаешься спортом и какие были, может быть, самые уже высокие титулы? Многократный чемпион Украины, не Украины, области по тайскому боксу, чемпион Украины по тайскому боксу, чемпион Харьковской области по ММА, чемпион Европы по... Сейчас вспомню этот... Чемпион Европы по кенпо карате, чемпион Украины по ушу сандо. То есть таких много, ну, разновидностей. А вообще сложно переходить с одного вида на другой? Ну, вообще не очень. Просто надо морально подготовиться, и все будет нормально.
То есть правила разные, но в принципе стиль одинаковый, наверное, да? Да, правила разные, но стиль одинаковый, ну, тут просто надо морально и все. Ну, я так смотрю, у тебя больше так пока побед на всеукраинских соревнованиях, да, а международные еще не было выступлений? Не, к сожалению, я еще не ехал за границу, но думаю, в этом году получится и поеду за границу.